Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас приветствую на моем канале. Меня зовут Таня, и я вокальный учитель из Германии. Живу вот здесь, в Сингапуре. Я знаю, некоторые спрашивали меня сделать subtitle по-русски, но я подумала, я просто сделаю видео по-русски. Сразу хочу сказать, не буду много говорить, буду смотреть, потому что я хочу делать реакцию на Димаш Daybreak. Я это еще не видела никак. И хочу сказать, что я попытаюсь сделать это по-русски. Но эти методы, которые я учила, они все из Америки, из Ингляндии. Что все мое учеба, ее тоже по-немецки нету. То я просто попытаюсь как-нибудь это все сказать, чтобы это было правильно. Но самые важные вещи я буду говорить по-английски. Хорошо, первая вещь, которую на последние видео люди меня спрашивали, это люди говорят, что он неправильно поет, да, что он strained too much. Я это на секунду просто по-английски скажу. If someone is straining with his vocal folds and he's putting too much effort in, then what happens is that the vocal folds and the false vocal folds are pressing against each other and the whole larynx, the vocal tract, is depressed. Чтобы сказать, вот, если парень бы неправильно пел, он бы давно уже на сцене бы не мог прожить никакой концерт. Потому что люди, которые неправильной техникой поют, они просто не проживают долго. Окей, so сегодня я хочу посмотреть на Daybreak. Тоже хотела сказать, у меня есть Patreon аккаунт, что если вы хотели бы со мной учить по Skype, у меня тоже есть последний учеников из Германии, и одна русская тоже вот здесь, то, пожалуйста, посмотрите на мой сайт, я вот поставлю линк вот сюда, и да, я вас приветствую на мой Patreon аккаунт. Наверное, вы все уже знаете, что я в субботу делаю live-watching концерт. Извините, пожалуйста, если мой русский уже засыпает, потому что когда я переехала из Германии вот сюда за работу, я уже как... У меня много русских друзей вот здесь нету. Да, ну хорошо, окей. Давайте, пойдем. Парень, посмотрим на парень. Классный парень. Очень нравится, маме нравится тоже. Красивый, молодой, успешный, хорошие техники. Молодец просто. Он по-китайски поет. Круто. Ну попробуй по-китайски спеть, а? Молодец. Много воздух. Вы слышите воздух, он там поет. А. Now there is a vocal closing. Vocal folds are closing. Я хочу что-то сказать, я попозже скажу. Смотри, я хочу посмотреть тоже.
Чего себе, парень, а? Круто. Ничего себе. Ну, это все лайф. Который человек, который говорит, что это не лайф, он просто не понимает ничего. Это все лайф. Ой, ну, я хочу некоторые вещи сказать. Мне это очень нравится, просто классная музыка, начало просто мне очень нравится. Мне очень нравится, как этот молодой человек может на этой большой сцене стоять. Не каждый может на сцену выступать и работать собственным талантом. Многие люди просто не выдерживают этот стресс, они не выдерживают эту работу просто, да. И я хочу сказать сначала молодец, потом... Там многие техники, которые он работает. Там не только типа классик, да, я знаю, что он работает с классикой, но вот там микс есть, это слышно тоже. Когда на начало он пользуется очень много breath, да, это называется aspiring onset, если кто-то поет, и он как вроде бы вот так поет. Happy birthday to you. There is first a lot of breath coming through, and then the vocal folds are closing, yeah? And then there comes an onset, that was you called. It's an onset, it's when the vocal folds are closing and the breath is not coming through, and that's when you have the clearest and the best sound. And that's when you are having those very good and tough notes. Одну вещь тоже хочу сказать, извините, что я так микс делаю пока. Потом самая важная вещь, это если ты поешь, это 90% это твой, your body is working for you. Что работа не только вот здесь, да, работа, она везде. Я тоже опять скажу по-английски. When you're singing, you're using 90% of your muscles on your body, so the muscle effort and the working is happening all over your body. We cannot forget that our voice box, this is a very tiny little muscle that we have and that we use. We also use the L muscle on our back, and we use diaphragm abdominal muscles that help us to support. So when you see him on stage and you see him sweat and you see him as a body work, that's a full body exercise that you make. People that are on stage, they can burn till 800 calories because that's the muscle work that they are doing there, yeah? Then because when we are singing, we use a lot of supporting muscles. We're not only using the vocal folds, we use all the muscles that are supporting us. And we want to make sure that we have a very good and fluent balance when it comes to this. So that's why it's very important to use the whole body. If he would strain, yeah, then we would clearly see and hear it. I can just give you an example of what straining is. Let me just give you an example. And I will always lie. That is straining. Now you want to make a retract. And I will always. That is retracting. I mean, it sounds also horrible because these are not my sweet spots when I'm singing, yeah, in this range. Окей, okay, I hope you... Извините, все по-английски. Я попробую это все переводить. И все попробую это сделать по-русски. И чтобы делать дальше некоторые вещи по-русски. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. И, пожалуйста, да, пожалуйста, переписывайте на моем канале. Так скажу, ну, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы еще абу не сделаете, пожалуйста. Да, и...
Дальше мне пишите, как, на что посмотреть на Димаш. Я очень хочу дальше посмотреть на Димаша. Потому что он такой красивый, хороший, успешный парень. И я так люблю таких парня. Если у меня такой муж бы был, я бы хотела, чтобы он пел вот здесь постоянно у меня вот здесь. Ну, такое не бывает. Окей, что большой привет вам всем, и я вас жду.